соответственно, два совещания по мини-конференции. И вчера мы провели совещание с Худовым Илья Сергеевичем, департамент инжиниринга, заочное, или точнее очное совещание с осмотрением вопроса дорожной карты, передачи результатов проектных работ выполнен в соответствии с договором выполнения, заключенным между КРДВ и подрядной организацией, проектировой организацией. Совершенно верно, мы ждем окончания, не буду говорить промежутки, ждем окончания завершения проектной документации, потом будет разработка по КРДВ рабочей документации. И, конечно, это самый главный вопрос, 30 мая закончить вопрос по проекту по планировке территории, проекту межевания, потому что если 30 мая не будет утвержден проект ПДП, то, соответственно, и экспертиза не будет получена. В соответствии с этим КРДВ озвучила проблему по Мельковскому муниципальному району, где они направили письмо о переводе земельного участка в разрешенное использование. Сегодня мы провели второе совещание с администрацией, где коллеги с Мельковского района сняли и гарантировали о том, что они 30 мая эти работы выполнят с компанией «Голубая», которая также вносит изменения в СТП, схему терпланирования Мельковского района. И в том числе будет изменено СТП в части автомобильной дороги. Этот вопрос снят, поэтому этот вопрос будет бежать на контроль, что 30 мая администрация выдала соответственно изменения. Но, конечно, как и было сказано, КРДВ тоже гарантировал с Минвостоком, что они включатся в согласование изменений с федеральными органами власти, что мы и будем вместе, что мы будем вместе по этому вопросу работать. Второй вопрос, конечно, по передаче документации. На настоящий момент, потому что карте такое мероприятие, как подготовка магнитного основания для принятия решения по введению проектной документации. Хотелось бы отметить, что сроков на данный момент нету, поэтому хотелось бы поставить протокол именно непосредственно встречи по вопросу Востоком и скорейшим вопросом для того, чтобы мы после экспертизы документацию приняли и начали размещать техническое задание на проведение торгов. Так, задача поставлена на владение течевами, непосредственно приступить к работам в этом году, закончить их в 23-м.